Каждую третью субботу апреля весь мир отмечает День музыкального магазина. Этот праздник придумали несколько лет назад для того, чтобы поддержать музыкальные магазины, те, кто торгует музыкой на физических носителях, и привлечь покупателей в эти магазины. 18 апреля меломан Грант приглашает всех на празднование Дня музыкального магазина. В этот день в меломане будет скидка на все физические носители, на музыку на всех носителях 20%. Мы приглашаем вас 18 апреля. Гоголя Панфилова, меломан Грант. Лет 5 назад, наверное, я узнал, что в мире есть такой праздник. Но я был к нему абсолютно равнодушен, потому что я тогда не болел винилами. А так как сейчас я заражен этой бациллой, поэтому для меня этот праздник, значит, прежде всего, что можно прийти, покопаться вот в этих вот рядах, полках, с такими же, как и я, чего-то найти, друг другу показать, подсокать, ну и в итоге, конечно, купить какие-то вещи обязательно. Первая пластинка Accept, Restless and Wild. То есть у меня альбомы вот этих годов ассоциируются прежде всего с винилом, потому что когда-то я на нем очень плотно сидел. Ну и CDC, Bon Scott, это вообще классика, которая должна быть дома у любого меломана. Даже если вы слушаете Beatles, и CDC должен быть. А это вот новомодная хипстота Sia, которая сейчас жжет по всем музыкальным каналам, фантастические клипы и музыка не менее красивая. Поэтому мне что нравится, здесь можно найти как старые вещи, так и совершенно новые. Вот для кого-то вот это имя значит очень много, «Ласковый май». И в принципе вот эти деньги, которые здесь указаны, небольшие, а еще и 20% скидка, я думаю, легко кто-то себе 18 числа оторвет вот этот диск. Всем привет! Меня зовут Александр Корнев. Я один из руководителей мультимедийного направления компании «Меломан». Приглашаю всех 18 апреля на День музыкального магазина к нам сюда, в Грант, Гоголя Панфилова. Будут скидки очень большие, будет розыгрыш призов, будет интересная тусовка.